Жасмин, на дворе лето. Да. Есть ли у вас какой-нибудь фирменный салат от Жасмин? Ну, у меня на самом деле их много. В детстве мама нам делала, вы знаете, сама лично простоквашу. Мама брала молоко, брала закваску и в этот момент делала вот так. Это она завораживала, что все получилось. И после этого в этих баночках разливалось, потом в холодильник. И на следующий день можно сделать было какой-нибудь любой салат, который вам нравится из любых овощей. Лично я очень люблю много зелени, так как я девушка из Дагестана. У нас зелень приветствуется во всех блюдах. Мои дети, например, терпеть не могут зелень. Вот. Но когда я делаю этот салат, у нас есть сад. Сад моих детей. Они посадили морковку, разную зелень для мамы. Слава богу, не забыли. Помидорчики, огурчики, свеклу. В общем, в этот салат можно положить помидорчики, помидоры, огурцы, разные зелени, обязательно редиску. Редиска это просто обязательно. И вот эта холодненькая простокваша, сейчас очень жарко на улице, поверьте, вам очень понравится, добавляется в этот салат, все перемешивается, приправы по вкусу и вот так. Вам главное зайдет. Да, главное. Спасибо большое. Да.